Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Сегодня я вам расскажу, в чем фишка мудреного майнинга призм, и по таблице покажу, есть ли смысл инвестировать в призм сейчас. Ну вот мы с вами перешли к таблицу. Значит, менять значение только в желтых ячейках. То есть здесь, здесь и вот здесь. В расчетах не учитывается снятие за транзакцию 0,1 плюс 0,5. Потому что, когда у вас на кошельке, например, 50 призм, то вы не будете каждый день делать реинвест. Просто нету смысла. Верхняя часть таблицы показана, где происходит реинвест. Как он происходит, сколько начисляется. Нижняя часть таблицы без реинвеста. В нижней части под таблицы расписано, сколько процентов и за что начисляется. Итак, рассмотрим первый вариант. У вас до 100, то есть до 99. Майнинг работает со скоростью 0,12%. Здесь у нас структура. Если в вашей структуре под вами зарегистрировалось несколько человек, и они вложили все вместе 1000 призм, то у вас майнится уже 0,2616. Итак, ниже. Это человек, который вас пригласил. Вы под ним зарегистрировались. У вас, допустим, 57 призм и нет последователей. Переходим в таблицу. Вставляем здесь 57. И у вас нет последователей. То есть под вами никто ничего не положил. Значит, у вас майнинг работает 0,12. Поднимаемся вверх и смотрим. За первый день у вас 0,07. На второй день плюс 0,07. Получается 0,14. То есть на второй день майнится столько же. На третий тоже столько же. Здесь плюсуется. И в итоге за 10 дней у вас намайнилось с 57 призм 0,69. То есть в течение 10 дней вам нет смысла перекидывать деньги наверх. Далее смотрим. Например, вы пригласили несколько человек, и они в сумме пополнили свои кошельки, и у них 1000 призм. Значит, майниться уже будет. Вставляете сюда 0,2616. 10-тысячных на пустое место. И смотрим. Уже за первый день у вас 15 центов. За 10 дней 1,51. Допустим, у вас 110 призм. И уже майнинг работает со скоростью 0,14%. Ставим здесь 110 призм. 0,14%. И у вас уже за 10 дней 1,55. Допустим, что у вас тоже есть люди, и во всех этих общих кошельках 1000 призм. Майнинг работает уже 0,3052. Вставляем 0,3052. Итак, за сутки 0,34. За 10 дней 3,40. Допустим, у вас 1100 призм. Они уже майнятся со скоростью 0,18%. И вы приглашаете одного, второго, третьего человека. Лично вы перекидываете им монетки. И вот фокус. Здесь у вас этот человек пригласил, а этот этого. Два человека. На этом ветка засохла. Здесь пригласил. И тут один. Но этот взял и пустил еще ветку. И у него тоже пошли люди. И вот интересно, сколько каждый человек может пригласить людей? Ну, 5-7 человек, да? То есть, да, эти ветки, они могут развиваться, но в основном люди не могут пригласить 1000 человек, 2000 человек. Это очень большая редкость. Хорошо, если вам повезет и зарегистрируется крупный сетевик и начнет строить ветку. Вот так, как строю ее я. Я создала чат. В чат заходит человек, он пишет свой адрес кошелька и открытый ключ. И пишет: «Хочу получить монетку». Мы проверяем его кошелек. И когда в чат заходит следующий человек, он пополняет свой кошелек и передает монетку следующему. Следующий заходит в кошелек, и этот уже передает этому. И так строится наша веревка, сеть, паровоз, как хотите называть. Но она строится. В принципе, ежедневно у нас бывает по 7, по 8, иногда по 2, по 5 регистраций в сутки. И заметьте, в веревке последний только один, а в солнышке их несколько. А таких солнышек сотни и тысячи. Например, попадает человек, который не может строить сеть. Вообще никак, ну никого не может пригласить. А под ним зарегистрировались
Например, два человека, которые каждый из них может привести по одному или по три человека. И они тут же вниз выстраиваются. Теперь заходим в нашу таблицу и ставим здесь 1000. Ну, давайте 1100 поставим. Вот здесь написано. От 1100 призм до 9999. У вас уже включается форжинг. То есть майнинг крутится еще быстрее. Есть цепочка последователей. Вот это. Значит, за 24 часа, если у вас последователей нет, то у вас будет 0,18%. Но если у вас есть последователи, неважно, в солнышке или в веревке, у вас будет более 10 тысяч. Посмотрите, что получается. И тогда у вас майнинг будет работать со скоростью 0,42-48%. Ставим сюда 0,42-48%. И вы за день майните почти 5 монет. С учетом того, что вы каждый день уже здесь перекидываете монеты на свой баланс наверх, за 10 дней у вас намайнится 47,63 призмы. Давайте вставим сюда за 10 дней 47,63. А вот эту сумму, которая у нас уже получилась, доход за 10 дней 1147, вставляем сюда 1147,63. И за следующие 10 дней у нас получается намайнилось 49,69. 49,69. Итого за 20 дней почти 100 долларов. Теперь вот эту сумму вы опять вставляете вот сюда. 1197,32. И за следующие 10 дней у вас получается 51,85. Итого за месяц 150 долларов почти. Я не думаю, что кому-то 150 призм, которые можно обменять на той же бирже, один к одному, будут лишними. Вот смотрите, вчера намайнилось 11,88. Перевод был в 22.59. Снимаю все в реальном времени. Сейчас 22.58. И уже намайнилось 11.94. Сейчас я переведу эти призмы наверх. И мы с вами по таблице посмотрим сумму. Видите? Так, вставляем нашу сумму сюда. 2.815,07. Жмем на пустое место и смотрим, что у нас должно намайниться 11,96. Процент 0,4248, поскольку у меня больше 1000, значит, это вот эта графа. И в структуре 10 тысяч призм. Процент 0,4248. 42,48. Должно перекинуться наверх на баланс 11 призм 96 сатоши. Переходим назад в кошелек. Ну вот, и на ваших глазах включился парамайнинг. Значит, смотрим, было 11,88. С 14 на 15 намайнилось. А с 15 на 16 намайнилось плюс 11,95. По 4 это я перекидываю с другого кошелька. Там лежит сумма меньше. Ну, по ходу ролика вы поймете, почему я перекидываю с нижнего кошелька на верхний. Итак, ваша скорость майнинга зависит, первое, от вашего места в цепочке. Второе, от того, сколько в сумме призм у ваших последователей. Тут нет партнерки, а значит, вам не нужно приглашать всех только под себя. Немного больше времени на передачу монетки, но это того стоит. Вы не отправляете своих людей в свободное плавание, а значит все довольны и все от этого только выигрывают. Достигнув результата пассивного дохода, такого, о котором мечтали, сработает сарафанное радио, и монета будет популярна и расти в цене на бирже. Крупным сетевикам на заметку. Вам не обязательно всех тянуть в мою веревку. Вам достаточно в нее попасть и уже от моей веревки тянуть свою. Таким образом, у вас будет две веревки. Чем это выгодно? Тем, что по мере удлинения веревки, а тем более веревок, скорость майнинга будет постоянно возрастать. Тем, что у вас у каждого будет только один последний, под которого всегда можно найти последователя, имея в своей структуре несколько человек, которые кого-нибудь допригласят.
Именно это делает эту систему просто гениальной. Кто желает помечтать о большом пассивном доходе, может, например, здесь поставить 10 тысяч и помечтать, сколько он может заработать в день или за 10 дней, или высчитать здесь за 3 месяца. Можете поставить 100 тысяч и увидеть свой доход, раздвинем. И, например, выбрать самый большой процент. Вот этот. 1,1,44,21. Enter. Здесь раздвинем. И за 10 дней 15 393 монеты. Конечно, изначально изучите все, что касается призм. Не вздумайте брать кредиты и не влезайте в долги. Вы сами берете на себя ответственность за принятое ваше решение. Иногда большие цифры кружат голову, но включите свой разум и холодный рассудок. Инвестируя куда-либо, нужно с умом, а не в омут с головой. Если вам было полезно это видео, ставим лайк, подписываемся на мой канал. Ссылка на таблицу будет под этим роликом, в описании. И не только под этим, я ее буду ставить под все ролики. Смотрите следующий ролик, в котором я расскажу, почему строим веревку один под один, а в обменнике привязываем под себя. На этом я прощаюсь. С вами была Валентина Синема 2.